Ну, конечно, рад. Рад и голу, и то, что выиграли. Это заняли второе место. В принципиальном матче выиграть и забить вдвойне приятно. Скажи, что у тебя было внутри, когда команда пропустила? Это мой друг, и было волнение. Чуть-чуть затряслись, но да, не, ну, что это наоборот нас взбодрило, и мы понесли. Ну, да. Больше злости, да, наверное. Ну да, но я считаю, по игре у нас было и помимо голов много моментов. В принципе, все по делу. Ну и что Владимир Артемович в перерыве сказал, чтобы вот не упустить такое большое преимущество? Ну, сказали, как будто счет 0-0, и играем так же сконцентрированно. В принципе, так и вышли. И во втором тайме не пропустили. Это было важно. Ну что, с медалями поздравляю. Спасибо.